Мэр Омска Вячеслав Двораковский вручил работникам Департамента городского хозяйства и благоустройства ключи от новой уборочной техники. 5 вакуумных подметально-уборочных машин, 2 самосвала, 1 фронтальный погрузчик и 1 ручной пылесос теперь будут помогать коммунальным службам чистить городские улицы. Автомобили поставляет курганская компания «Курган-Дормаш». Техника может работать круглые сутки, только нужно дозаправлять топливо каждые 8 часов. Чтобы собрать дорожную пыль, автомобиль одновременно поливает ее водой за счет создаваемого вакуума собирает. К слову, за зиму на дороге высыпали около 60 тонн пескосоляной смеси. С наступлением весны она превратилась в дорожную грязь. С учетом того, что один пылесос вмещает в себя 3 тонны пыли за 4 часа, получается, что убрать всю грязь с магистрали коммунальщики должны за 80 часов непрерывной работы. Меньше запыленность и более благоустроенная среда. Понятно, что требуется еще техника для ухода за газонами и так далее, и так далее. Таким образом, мы вот каждый год, несмотря на наши финансовые трудности, о которых всегда говорят, вот, приобретаем технику и двигаемся именно в этом направлении.